Привет, привет, мои красотки! Я вам желаю всем жаркого, яркого лета, и сегодня я вам покажу очень быстрый, очень легкий и яркий летний макияж, который может любая абсолютно девушка повторить. Смотрите технику, все очень просто. Я уже сделала уход за лицом и сейчас буду наносить тон, пудру, румяна, хайлайтер, тени, брови, реснички, губки, и все вы это увидите сейчас в сию секунду. Итак, поехали. Итак, вуаля!
Буквально за 7 минут у меня получился легкий нежный макияж. Я смешивала тени Рэйфилл, если вы заметили, у меня использовались голубые и забыла название, с зеленью. Я их смешала между собой, чтобы получился и не голубой, и не зеленый, а нечто такое бирюзовое. И в уголок я проложила ярко-розовые, вернее нежно-розовые тени. И если вы заметили, то это четкая линия по центру глаз. То есть если смотреть прямо и видите зрачок, то именно на этом центре у меня получилась граница между светло-розовым и нежно-зелененьким. Легкая стрелочка у меня получилась, что внизу я подвела, так, где у меня этот продукт уже, вот стойкие тени, карандаш, хрусталь, я подвела внизу, чтобы легче легли тени. Я вам специально показала, сначала без основы тени не ложились, когда я подвела хрусталиком, то сверху тени легли легенькой, красивой, такой невесомой дымкой. Далее я взяла коричневый карандаш, чтобы он был не слишком яркий, не слишком заметным, подвела просто в ресничном пространстве уголочки глаз и вывела из внешнего угла. То есть я не прокрашивала полную стрелку, но за счет того, что очень острый карандашик, у меня получилось сделать легкое направление, задать глазу и задать ему более выразительность, да, задать такую выразительность. Далее ресницы, буквально два слоя, легкий взмах тушь 5 в одном и блеск для губ. Кстати, этот блеск из прошлой коллекции, но он мне очень нравится, поэтому я его заказала себе в последние возможности, когда это было. И само лицо, легкий тон, немного румян, немного хайлайтера, чтобы подсветить, немного пудры. И брови, самое главное это сделать аккуратно брови, чтобы придать сразу лицу выразительность. Вот и все. Делайте, повторяйте, пробуйте. Можете использовать здесь разные два оттенка, например, взять один фиолетовый, другой розовый, или белый и серый. Экспериментируйте и пишите в комментариях, что у вас получается и понравился ли вам такой летний легкий макияж. С вами была Лилия Донскова, до новых встреч, пока-пока.